на гранатовую дубль 2. Опять же дождь. Вообще, конечно, нынче лето на Урале, как в деревне Гадюкина. Гоносит, гоносит. Это вот первое болото рядом. Не самое красивое. Места, конечно, вот здесь неприятные. По обе стороны от бывшей скакалейки рельсов давно уже нет. Кто-то приспособил на металлолом, сдал. А хоть грунт остался. Сама дорога. Ну вот для кого-то ориентиром может служить та или иная своротка, но я только для меня же вот болото. Первое болото да вот мы проехали, а вот это второе болото. То есть когда второе болото проедешь, уже веселее становится, потому как ближе заветной цели. Воды, как и в прошлый раз. Ни больше, ни меньше. Ну вот, тут по суше уже. Приключения. Да. Ветерок видно был. Да. Думал, кто-то специально перепилил, бросил на дорогу. Нет. Опа. Твою мать. Ну ладно, придется поработать. Не обратно же возвращаться. Проход готов. Инженерные войска в действии. Ну вот выглянуло солнце. И опять спряталось. Стало заметно веселее копаться в отвале. Работа, конечно, не пыльная.
но не очень-то знаменитое. Так вот помаленьку тюкаешь. Дождь кончился. То хорошо. Тюкаешь, да, осматриваешь. Пачки следы. Опа. Еще бежала. Ну хватит вам кусаться. Комарьё. Даже в рот лезет. Это ж надо же. Нашел пару образцов, более-менее, конечно, но надо их вымыть еще. И вот этот вот. Вымою, потом посмотрим. Здесь что-то похоже на гранаты. Отложим. Вон ямка, где он был. Где он был, сейчас его уже нет. Какие большие, да кусучие. Один забрался мне аж на далеко. Пришлось его оттуда доставать. Хватит гулять. О, даже горлышко от бутылки. Вот. Пожалуйста, вам. Вместо граната. То один-два паута, а сейчас что-то штук 18 уже. Надо еще, видимо, намазаться. Следа хорошая. Вот. Вот тоже на кварчике. Гранат. Плохой образец. Есть, конечно, разные там какие-то не очень. Сейчас вот душу отведу, да пойду жилку. Жилка-то есть она. Ну вот, вот Валя-то что-то мне попадает.
на кварце гранат. Жилка-то там шпат идет, и следы мало. То есть нужно в другом месте ее подсекать, видимо. Вот тоже вывалился образец. Здесь гранатик в кварце. А на шпате не видно. Разное есть. В прошлый раз и на шпате ребятам попали. Булдыганг. Булдыган. Ну вот следы. Следы есть, конечно. Вот граната, видите, в кварце. Вау. А мы попробуем его. Отложу пока аккуратненько, потом располовиним, посмотрим. Какие тут ползают муравьи большущие. Вон спалец. Вот кусок кварца попался. Видно, что вот здесь вот в нем гранат. Ну и больше нигде не видно. Такой же не попрешь домой. Да и он все равно не камильфо образец, поэтому берем аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Разлетелось все. Так, 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 так. Это осталось. Так. Здесь тоже гранат, видите. Нет, дальше не будем, наверное, судьбу испытывать. Положим его. Ну вот небольшой гранатик кварца. А вот еще два маленьких. Малюсеньких. Вот тут тоже гранаты.
Вот это ливень. Фу. Ладно, что-то тут насобирал, вымою дома, покажу. Надо выбираться. Вау. Это тут никто сзади не появился. Сядешь и все. Полетели. Вот рыжики стоят на обратном пути. Можно будет собрать. Тоже рыжий. Гнуса полно, конечно, в лесу. Так вот, мазь забудешь, неприятно. Всего искусает. Вот еще красавец стоит. Еще один. Тут семейка целая. О, какие белые грибочки.